Привет, ребята! С вами Накамисовка, и мы каждый день распаковываем антикварных куколок. Ох, у нас сегодня тополиный пух, жара июнь. О как! Тарелки какие-то. Так, тут на тарелке что здесь такое, еще что-то такое, еще тарелки. О, у людей было много тарелок, и они ими решили, видимо, куколку проложить. О, ничего себе, ребята, сколько много тарелочек. Ну вот, мы получили куколку, свернутую буковкой ЗЮ, ножки кверху. Куколки у нас тоже. Так, Вова, я знаю, что это за девочка. Можешь не распаковывать дальше, потому что... А, подожди, нет. Придется распаковать. Не очень она хорошо запакована в бумаге. Это заказ у нас клиента. Нам его придется перепаковать. Вот она, это у нас красавица Репка, замечательная малышка. Вот она какая красивая, и глазки у нее, посмотрите, попервит. Роспись просто чудесная, посмотрите. Очень-очень красивая роспись. В ушах сережки под цвет глаз. Кукла очень красивая. Костюм очень красивый. Также у нее есть шляпа. Шляпа завернута отдельно. Так, сейчас посмотрим, чья это у нас Репка. Так. Имя автора не очень хорошо видно. 1972 год. 1972. Угу. Но Репка очень хорошая. Чудесный парик. Чудесные, причудесные глазки. Так, давай шейку проверим. Шейку все в порядке? Да, вроде бы все в порядке. Так, тело у нас силе. Хорошее качество, все хорошее, все подобранное с любовью, сшитое с любовью, да, отлично, из антикварной ткани, вообще очень красивое, наряд с платьем, шляпа у нее есть очень красивая у малышки, в общем, дитё очень красивое. Если кому-то нужна такая прекрасная, качественная Репка с вот такими чудесными попервейт глазками, обращайтесь. Это у нас заказ клиента.